Вячеслав учится в 11 классе 25-й школы. В январе 2024 года ему исполнится 18 лет. Говорит, на голосование в марте за лидера страны пойдет обязательно. Первый выбор, самый ответственный. А в следующем году мне будет 18, и я получу право голосовать. И свой голос я отдам за Владимира Владимировича Путина. Глава Абакана Алексей Лемин сегодня оставляет свою подпись в поддержку кандидата в президенты страны Владимира Путина. Это моя личная жизненная позиция. Судьба государства всегда зависит от того, кто стоит у руля, кто является лидером этого государства, от того, насколько он сильный, насколько он способен противостоять давлению извне. И, конечно, Владимир Владимирович именно такой человек. Мне в этом году посчастливилось быть в составе инициативной группы, которая выдвинула Владимира Владимировича. И поэтому, вот как только начали собирать подписные листы, конечно же, я с удовольствием пришел и оставил свою подпись. Выразить свою поддержку может каждый желающий в возрасте от 18 лет. Нужно быть зарегистрированным на территории Хакасии. Оставить подпись поддержку можно и в региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» в Абакане на Карла Маркса 67 или в региональном отделении Общероссийского народного фронта на Баграда 135. Сотрудники ОНФ готовы выехать и к маломобильным гражданам. Необходимо лишь оставить заявку по телефону 306-029. Пункты приема подписей открываются на территории всего региона. В ближайшее время ОНФ для удобства граждан опубликует список их адресов. Оставить свой автограф в поддержку сильного лидера можно будет и 31 декабря, и в новогодние каникулы.